Muy buenos dias, mis amigos. Caffecito? Y sí. Сегодня мы с вами поговорим о вопросах. Давайте начнем с вопросительных слов. Вспомним вопросительные слова. Первое. У всех вопросительных слов вы увидите, увидите найдете одну черту. Это... Тильде, графическое ударение. То есть, допустим, слово ке с тильде означает что? Вопросительное слово. А просто ке означает просто что? Либо который? Угу. Вот давайте. Ке, вопросительное слово, что? Либо какой? Мы можем задать вопрос, допустим, кей с «Эсто» – это значит это.

А внимание в Аргентине могут сказать с унабироме, бироме. А почему бироме? Шариковая ручка была изобретена в Аргентине. Аргентинцам венгерского происхождения звали его Ладислао Биро, поэтому ручку в Аргентине называют лабироме, унабироме, лабироме. Следующее вопросительное слово киен, киен. Вы видите опять тильды, да? Кен означает кто. Например, Кен эсель, кто это? Эс ми Это мой брат. Либо и Кен эс ту профессор. Кто твой учитель, да? Эс Тенгис Кальсанов. Ну или еще кого-нибудь там можно назвать. Так. Кен, кто? Дальше идет куаль. Куаль. Куаль означает который. Но вот здесь надо быть осторожным и избегать прямых переводов. Потому что м -м, мне задали вопрос, а неправильно ли сказать куальдия с ой вместо кедия сой. Я так понимаю, что вы хотели перевести «который сегодня день». Но вот не работает это.

El alto. El alto. Высокий. Тот, который высокий. El alto. Так. El alto es mi hermano. Тот, который высокий, это мой брат. Uh, так еще куаль, да? И, допустим, еще вот такой вариант, да? Куаль. Мы можем спрашивать про разницу, да? Например, мы говорим, и какая разница? И куаль дифференция entre... И es la diferencia, В чем разница? И es la diferencia entre, entre una esposa y una amante? И es la diferencia entre un esposo y una amante? Какая разница между женой и любовницей? Либо какая разница между мужем, мужем и любовником? Кстати, это есть у меня в испанских шутях. Я вам дам ссылку, потом там есть эта шутка. Вот. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál какая разница, да? Но в то же время эм, можно задать вопрос по-другому. ¿Qué diferencia hay entre una esposa y una amante? Либо qué diferencia hay, qué diferencia hay entre un esposo. И унаманте. Вот опять же, видите? Мы можем говорить, куаль эс ла дифференция, либо, кей дифференция ай. Вот в зависимости от порядка, видите, меняется. Именно так и никак по-другому. Запоминать. Запоминать, только запоминать. Дальше. Кому означает как. Кому. Вы можете спросить. Эм, como de ямас? Как тебя зовут? Como de ямас? Да. Либо вы можете спросить, опять же, «Куаль?» «Куаль эс ту номбре?» Не «Ке эс А «Куаль эс Либо «Кому ты джамас?» «Как тебя зовут?» Либо вы можете спросить «Кому вас аль «И как ты добираешься до работы?» «Кому?» «Как?» В то же время, допустим, мы, когда мы спрашиваем о человеке, о другом, мы можем спросить «И кенес эль?» Кто это? Вы отвечаете. Сми Эрману. И кому es tu Эрману? Если мы его видим, да? Um, вот уже вот он стоит. И кому es tu Эрману? И какой он по характеру, да? Потому что мы внешне его видим. Es muy trabajador, muy simpático, etc. Ну, значит, он trabajador» – трудолюбивый симпатику, очень приятный человек. Либо, если ну, кто-то сказал, «Tienes hermanos?» «Си, sí, tengo un hermano». И спрашивают, «И кому эс ту hermano?» «И кому эс «И какой он твой брат?» «Кому эс ту hermano?» И начинают описывать. «Эс альто, дельгадо, высокий, да? Дельгадо, стройный, все, да, пожалуйста, да? Что <laughs> еще <laughs> рассказывать? <laughs> вот. То есть, видите, в английском не совпадает с английским, потому что в английском как же будет там what is, uh, uh, what is he like? What is, uh, what is he like? What is, uh, what is he like? Да? Либо там быстро what is he like? Какой он, да? Либо what is she like? What is he or или she like? Здесь именно встает вопрос, как, да? На, тоже надо запоминать. Como с эрману. Либо мы говори, спрашиваем о внешности, либо о м, не знаю, характере. Да? Так, дальше. Донды. Это проще. Донды. Где? Мы можем сказать. А донде вас? А донде вас? Куда идешь? Либо. Де донде эрес? Де донде эрес? Откуда ты? Де донде эрес? Откуда ты? отвечаете, «Сой де Русия». Следующее. «Куандо». «Куандо». «Когда». «Куандо». «Когда». Например, э можете спросить, «Куандо тенес вакасионес». «Когда у тебя отпуск». «Куандо тенес вакасионес». Либо в случае школьника каникулы. «Куандо тенес «Куандо тенес вакасионес». Когда у тебя отпуск? Можете сказать en junio, en julio, в июне, в июле. Следующее. Вопросительное слово «cuanto». «Cuanto». «Сколько». «Cuanto cuesta». «Cuanto cuesta». «Сколько стоит?» «Cuanto cuesta». «Cuanto cuesta». «Cuanto cuesta el lapicero?» Куанто cuesta el bolígrafo? Un dólar. Но, если мы спрашиваем о чем-то, здесь «quanto cuesta» имеется в виду деньги. Деньги – это неисчисляемое существительное. Мы не можем его вставить во множественное число, оно неисчисляемое. «Cuántos» – «сколько?» «Cuántos» – «Cuántos» – ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? voy a tengo 37 años. Yo tengo 37. Ah, me gustaría tener 37. Ah, tengo un poco más. <laughs> un poquitico. Más. Tak, um, ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? ¿Año? ¿Y por cuántos años para dar? По роду сочетается cuantos с существительным cuantos años и множественное число años cuantos. Но если мы говорим, о, спрашиваем о существительном множественного числа женского рода, да, допустим, и cuántas horas trabajas la hora женского рода la hora las horas Quantas horas trabajas Следующее. Порке. А тут внимание, видите? Порке пишется двумя словами. Мы говорим порке. Почему? Порке. А если будет написано вместе и без тильды ке, это значит, будет звучать тогда порке. Потому что... Сейчас тогда я вам буду задавать вопросы, а вместо вопросительного слова буду... Асеркарас. Изображать мимикой. Потом вы должны будете догадаться. Сейчас я хотел сказать вам, что о, у меня появился спонсор. Это компания Айтоки. Очень крупная компания. Я вообще очень... Я польщен сильно, что они обратили на меня внимание и предложили сотрудничество, свое спонсорство. То есть это компания, которая предоставляет вам преподавателей нейтивов, то есть носителей языка. Вы можете связаться с любым из них и разговаривать на темы, которые вам нравятся. Договариваться о времени, там расписание довольно гибкое. Что это дает? Это дает живое общение с людьми. На языке и в удобное для вас время. Ну, вообще, в общем, стоит, я думаю, попробовать. В следующий раз я расскажу немножко поподробнее. Сейчас просто а, внизу, там внизу есть линк. Вот по нему вы можете зайти на компанию iToke и найти себе преподавателя по душе, по интересам. То есть вы знаете, когда вы разговариваете не просто о чем-то, о каких-то грамматических правилах, а о том, что вас волнует, то, что вам нравится, это всегда запоминается надольше. Entonces, ¿todo para hoy? Давайте, хочу вам пожелать кое-чего, потому что у меня есть одна песня, по которой мы будем изучать субхунтива. Субхунтива ⁇ это э, следующий шаг. Для уже продвинутых учеников меня очень часто спрашивали о нем но как бы понимаете там э, я не мог найти какого-то интересного варианта вот я сейчас нашел песню там полностью идет в этом в наклонении субхунтива например пожелания всегда в нем говорятся и тогда э, там немножко меняется окончание вот я сейчас вам пропою пожелания из припева этой песни а потом Еще, э, y... Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel.